Посмотреть новые для города действа пришли сотни солнечногорцев. Кому до Советской площади рукой подать, созерцали происходящее с балконов. Погода выдалась хорошая. По традиции, первое слово для приветствия предоставили главе района. Хочу от всей души пожелать вам всего самого-самого наилучшего в этом уходящем и, самое главное, наступающем 2005 году. Основные участники мероприятия – юные горожане с родителями. Для них на сцене представление с участием Петрушек, Снегурочки и других сказочных персонажей. И вот, наконец, появился Дед Мороз. А теперь все звонко, громко! И мальчишки, и девчонки! Рушнее! 3-4! Дед Мороз! Вот моя Снегурочка! Гвоздь праздничной программы – железный паровозик. Малыши катаются на нем совершенно бесплатно. Для тех, кто постарше, веселая эстафета. Победители получают призы от Солнечногорского отделения Союза женщин Подмосковья. Организация вручает сладкие подарки и детям из приюта «Теремок». Недалеко от сцены Снегурочке можно рассказать стихотворение и получить сувенир. Пришел любимый праздник всей нашей детворы. Смотрите, как сверкают на елочке шары. Там же, около Снегурки, ребята пишут письма Деду Морозу. Например, Лали просит у него всем счастья в новом году, а вот у Андрея иное желание. И еще хочу найти себе очень много друзей на Новый год. У меня их мало, так что я себе желаю, чтобы я чтобы я друзей себе нашел. Такое новогоднее гуляние в Солнечногорье впервые. Организаторы уверены, что мероприятие станет традиционным. Впереди горожан ждут уже рождественские гуляния. Они состоятся 8 января в полдень на Советской площади.